успешно выступил на открытом чемпионате Кореи в городе Чхунчхон воспитанник спортивного клуба «Олимп» Ильяс Хан. Как любители тхэквондо в это знают, этот спортивный клуб основал и на протяжении ряда лет возглавлял Валерий Тен, которого, к сожалению, не стало в этом году. Но традиции Валерия Виссарионовича продолжаются, и теперь уже его ученики тренируют ребят и продолжают дело мастера. В общем, готовились мы здесь каждый день, занимались, тренировки были каждый день. В конце, в июне месяце, он начал ходить и в Сан-Сити, то есть заниматься вместе со сборниками, с черными поясами. Вместе тренировались, подготовили его, и он сам уже дальше показал результат. Это вот за это его характер, это его желание быть чемпионом. Давайте вспомним, что говорил перед отъездом на турнир Ильяс. Меня зовут Ильяс, мне 10 лет, я занимаюсь тхэквондо 2 года. Я еду на соревнования за границу в первый раз, но надеюсь, не в последний. Чуть-чуть волнуюсь, а так уверен, что займу первое место. То есть Ильяс Хан свое слово сдержал и защитил честь спортивного клуба «Олимп». Наш клуб «Олимп» находится в фитнес-центре «Максимум». Мы уже здесь больше 4 лет. Здесь уже есть чемпионы, чемпионы республики, есть чемпионы, которые уже выезжают за границу. «Максимум» – это современный многофункциональный фитнес-центр, который отвечает всем требованиям нашего времени. Всем доброго спортивного дня! Приглашаю посетить наш уютный фитнес-клуб «Максимум». Здесь вы найдете не только тренажерный зал и групповые занятия разных направлений. Йога, стретчинг, функциональные тренировки. Есть зал сайкла отдельный, где вы можете провести кардиотренировку с тренером. Также в нашем клубе имеется комфортный бассейн. У нас работают только профессионалы. Они научат ваших детей плавать. Ждем вас ежедневно с 7 утра до 11 вечера без выходных в центре города на Турузбекова 109/1.